Горнопромышленный комплекс играет важную роль в экономике Мурманской области. В регионе построено множество предприятий, занимающихся добычей и переработкой сырья. Несмотря на санкции, отрасль остается стабильной. Экономика Мурманской области одна из таких у нас структур устойчивых, потому что мы в такие моменты мы еще больше мобилизуемся, мы еще больше востребованы. Вот. Ну, переналаживание, может быть, каких-то логистических цепочек, да, наверное, ну, как бы оно сейчас идет, и вот в этом плане эта конференция тоже подспорье. Вторая ежегодная профессиональная конференция горнорудной промышленности – это в первую очередь дискуссионная площадка для обмена актуальным опытом, обсуждения проектов освоения месторождений, строительства и модернизации новых комбинатов и путей повышения эффективности действующих предприятий. И очень приятно, когда собирается профессиональное сообщество и готовы обсуждать, делиться, общаться, знакомиться, настраивать контакты, и это очень важно в текущий момент времени. В программу конференции входят не только сессии и доклады, но и технический визит на промышленную площадку акционерного общества «Алкон», входящего в ПАО «Северсталь». В заключительный день конференции участники смогут лично ознакомиться с работой Оленегорского горно-обогатительного комбината. Евгения Гричуха, Павел Третьяков, ТВ-21+.